Хочу с вами поделиться рецептом отличной закуски из баклажанов к праздничному столу. Поехали! Я взяла 3 баклажана и нарезала их кружочками толщиной 0,5 сантиметра. Сложила в миску, посолила, перемешала и оставила на 15 минут. Переходим к следующему этапу, это маринованный лук. Режу одну луковицу и хорошенько жмакаю ее руками, вот так. Добавляю воду, уксус, сахар и соль. Перемешиваем и оставляем мариноваться минут на 10-15. Готовим соус. Берем 2 столовые ложки майонеза и 2,5 ложки сметаны. Перемешиваем, добавляем к нему 2 зубчика чесночка. Пятнадцать минут уже прошло, достаем наши синенькие, я их промываю, еще раз немножко солю, перчу и отправляю на сковородку, обжаривая до золотого цвета на подсолнечном масле. Все заготовки готовы, переходим к сбору салата. Берем тарелку побольше и первым слоем мы укладываем жареные синенькие. Затем хорошо смазываем нашим соусом из майонеза и сметаны. Посыпаем тертым сыром, я взяла российский. Следующий слой – свежие помидоры. Снова хорошо все смазываем соусом. Посыпаем тертым сыром. Повторяем заново все слои – синенький, соус, сыр и помидоры. Только теперь на помидоры мы будем выкладывать наш маринованный лук. И посыпаем все хорошо нашим сыром. Отправляем в холодильник на пару часов, чтобы наш салат хорошо пропитался. Достаем и пробуем. Получается, очень вкусно. Попробуйте.